69. Произвести такие математические действия буквально за считанные секунды в уме под силу даже не каждому взрослому. Для Платона эта задача буквально разминочная. 8-летний ученик школы раннего развития уже оперирует трехзначными числами. Занимается в IQ-ше 2 года. Сейчас активно готовится представить Когалым на Всероссийской Олимпиаде. Говорит, ментальная арифметика помогает успешно осваивать школьную программу и получать хорошие оценки. Еще мне это помогает, когда, например, я захожу в магазин, мне мама дала денег, я считаю, сколько стоит, например, 100 рублей минус 58, 42. У меня, например, сдача 42, покупаю что-нибудь еще. Это очень сложно, если ты будешь много раз пытаться. Не так, один раз не получилось, все, сдаешься, уходишь. Надо пытаться, один момент у тебя получится. А вот Даниэль больше тяготеет к иностранным языкам. Занимается в IQ-ше чуть больше 3 месяцев, но уже может поддержать диалог с педагогом на английском языке. Hello. Hello. How are you? I'm okay. Даниэль, tell us, can you jump? Yes, I can. Can you climb? Yes, I can. Can you swim? Yes, I can. Can you catch? No, I can. Ментальная арифметика, английский язык в школе интеллектуального развития IQ-ша лицензировано более 15 образовательных программ. За 8 лет существования почти 1000 выпускников, среди которых участники и победители международных олимпиад. Наша школа одна единственная в городе, скажу так, выезжает на олимпиады. Международные бывают олимпиады в разных городах России. Получают вот призовые места. Наши достижения. С победой всегда приезжаем. Останавливаться на достигнутом здесь не принято. Впереди всегда есть новые горизонты. В будущем планируют открывать набор на курс ментальной арифметики для старшего поколения. Говорят, хорошая профилактика Альцгеймера. Ну а пока работают с возрастными категориями от 5 до 18 лет. Клуб находится по адресу Мира 4А. Записать ребенка на занятия, в том числе и по сертификатам ПФДО, можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Олеся Дементьева, Михаил Суханов, «Наши города».